вытягиваешь три бумажки и играешь то, что на ней написано. Ну я не умею так говорить. Не пей из колодца, братиш. Поздравляю вас, Лейстрейд. Вы раскрыли опаснейшее преступление. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. Моргал, выколю. Моргал. Идея пришла очень просто. Я поняла, что нету еще общей фотографии среди актрис, где девчонки, молодые актрисы, которые... Пока они в расцвете лет. Пока они, да, в самом расцвете, в самом соку, так сказать. Будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. И в сортире тогда их замочим, в конце концов. В рот не логи, это же Дэвид Блейн! Дэвид, не трогай нас! Я требую продолжения банкета! Как из рекламы? Тебе скучно? Да-да, одиноко. 8-9-0-9-0-9. Не учите меня жить, лучше помогите морально. Материально. Ты продал ревербелирующий карбонайзер со флопоиду без лицензии? Не так хорошо, наверное, фотографировал сегодня, потому что отвлекался на вашу красоту. Я так понимаю, через меня с вами говорит Бог. Иначе как бы я исполнял свои обязанности? Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Ты видела, в чем она пришла? Да, это вообще отстой, ужас какой. Буквально. Вообще, как так можно было прийти? Вот это ты видела? Вообще, ну. А что за вульгарность? Вообще, конечно. Пипец, вообще, актриса называется. Ну. Вечерком заглянешь ко мне? А, не, он не такой же. Что я говорю? Если ты можешь есть только как собака, то живи и спи как собака. Если хочешь жить как человек, то научись есть палочками, блин. Я не понял. Что ты где? Блин, ты это снимаешь, что ли? Скажи мне, что вам не покажешь.